Продолжаю. Голубой цвет. Еще голубой цвет. Еще голубой. Все. Теперь выбираю я розовый. Розовый цвет. У меня здесь будет розовый. Вот здесь розовый. Здесь пусть будет беленький у меня останется. Вот здесь розовый цвет. Вот здесь. Вот здесь розовый цвет. И здесь розовый. Я не беру темные цвета. Темные цвета. Хочется такой очень-очень яркий. Еще смотрю, какие у меня есть фломастеры. Красивые. Сейчас проверим, что за цвет. Тоже розовый. Давайте еще здесь розовенького. Мне хочется найти какой-нибудь сиреневый. Я не вижу сиреневого. Ну, попробую. Фиолетовый сделать. Во, фиолетовый. 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 Беленький. Беленький. Давайте здесь я сделаю фиолетовый. Все. Наверное. Теперь у нас внизу осталось незакрашенное место. Мы берем кисточку и очень-очень аккуратно закрашиваем зеленым цветом. Ну, вот у нас здесь будет травка. Она у нас может быть не просто зеленой, да? А еще я хочу, ну, вот, взять еще желтый цвет. Еще желтый. Травка у меня тоже будет такая разноцветная, чтобы у нас картинка была яркая, красивая, сказочная, то я взяла еще и желтенький цвет. Зелененький, желтенький, вот здесь травка высоко поднимается. Смотрим на картинку. И думаем, что же не хватает? О, конечно же, у нас не хватает птичек. Я беру черный фломастер. Да? Я беру черный фломастер. И сейчас смотрите сюда. У меня полетят птички. Но для этого нужно, чтобы небушка у нас была полностью сухим. Так, и где высохло, я буду рисовать. Птичку. Коричневый? Нет. Буду рисовать черный. Так. Клюв. Головушка, клюв, глазик. Крылышки. Туловище вот такое и хвостик. Птичка летит у нас. Смотрите, да? К небу, к солнышку поднимается. И еще одна птичка. Здесь мы ее нарисуем. Туловище и хвостик. И хвостик. Птичка летит к солнышку. Еще одна птичка. Они летят к солнышку. Туловище, головка, туловище. Вот у нее какие крылышки. Птички разные, поэтому их форма тоже может быть разной. Ножек, лапок нет, да? Мы их не видим, потому что птички у нас летят, в полете находятся. Все. Ну, вот у меня будет три птички. Все. Вот и закончена работа. Любуемся.
и кому-нибудь дарим. Можно свою работу оформить в рамочку и повесить на стенку. И тогда, конечно же, у нас будет хорошее настроение, и наконец-то к нам придет настоящая весна. Пока, до следующего урока.